друзья, подписчики моего канала, с вами я, Олег Бой. И сейчас, ребят, я зашел когда-то серия Амазин РП-4. Сейчас, ребятки, я уже нашел человека, который хочет брать мой рейнджер, так что сейчас я еду. У него такая бета прикольная. Все, ребят, со мной сейчас Бой, я там тебе позарался. Я. Ага. Так, значит, молчи. Так, ребят, все, как видите, я рейнджер полностью убил. Тихо, не таран. Так, все, едем туда. Ну, как я потом стою на паузу, чтобы купить квартиру еще. Так, ну давайте паркуемся по-человечески. Так вот. Так, поддержите меня лайком, ставьте, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Так, все, ждем. Что? Не, сейчас он продаст, он другого продаст. Так, ребят, у него, кстати, прикольно, Даненька. Может, со временем я тоже ее прикуплю. А, так, ну буду я продать до 620. Ну, что? Дать? Ничего кидать? Так. Сейчас мы ее будем продавать. Да, ребят, не хотя сегодня. Нет. Окей. Так, ладно, ребят, еще и сегодня я куплю себе приору. Все, давайте туда, надо. Sell my car. Посмотрим, так, сначала это, потом цена. Хорошо. А кому кидать? Ага, 107. Так, хорошо, кидаю и 600. Давайте попробуем, ладно. Давайте за 15. Раз, два, три. Отправляем. Вот, так у него девочки есть. Вот. Все, давайте, за 15 берет. Все, ребята, мне покупать за 615 тысяч, отлично. Все, держу сразу. Ок. И тебе. Вот и до салона. Да, ребят, ты так вот будем говорить. Давайте напишем название канала. Элита Бой. Привет, пишем. Да, пишем привет ютуб. Так, ой, ладно. Не, давайте исправим, чтобы мне было понятно. Вот где салон. А. Так, все, ребят. Ну, давай сейчас я куплю себе эрочку. Так. Ребят, сегодня... Что? Так, ладно, все, сейчас мы будем ехать до автосалона. Сейчас буду покупать приорку. Так, поехали. Я во дворах возле... возле... Какая знака? Слово. Да, 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 еще тебе слово. Надо брать? А нет. Чего? Надо брать? С. Два. С. Нам. Раз. Все. Сейчас. Вот. Нет, да, я уже возле этого. Все, я это покупатель. Заходим в салон. Так, вот это бэха, сколько он стоит? 1 лям. Капец. Так, ладно, и я когда куплю приорку, ребят, мы продолжим, я поищу себе пока есть покупателя, чтобы купить дом. Так, давайте поищем приорочку нашу. Надеюсь, меня видео будет слышно. О, с тобой. Так, вот приорка. Так, 700, 700, так. По-моему, вот она. Вот она, все. Next color. Color. Давайте возьмем беленькую. Все, бай. Отлично, ребят, покупаем нашу любименькую приорочку. Так, давайте посмотрим, сколько у нас. У кого? Так, сколько денег в банке? Денег в банке. 23к. Ну, в принципе, я там что-то покупать, еще буду работать. Нет, не над камерой буду работать еще. Так что так. Сколько у нас денег? 318к. А на было 3. Это для редакции. СМП-чик, который. СМИ, вот, СМИ, где ты? Давай, я жду за автосалон. Так, братва, что можно создать такого интересного? А, ну, в принципе, подписывайтесь на канал. В дальнейшем, если вы будете меня поддерживать, если я начну зарабатывать деньги, то я себе куплю нормальную видеокарту, которая будет тащить еще CSGO. У меня
кресочка, Господи, просто перед камерой летать реально как-то стрёмно. Вот, лицензия, вспомнил. Так, вот, лицензию, у меня лицензия кресочка, так что уже скоро буду получать себе какое-то звание, год новый, либо что-нибудь, что-то так. Так, ладно, вот я прочитал, что пишет менты. Так, ну что будет, иди. Сейчас, окей, давай, подкатывай. Быстрее, давайте я раз подам встречу. Так, я еще работаю. Кем же я работаю? Вот, Каника, вспомню. Сейчас я еще отправлю объявление, что я куплю дом за 317 000. Так. Вот, давай тебе. Так, Серёга, Бодя подъехал, так вот жестко паркуется. Где ты? Да стой. Всё, Смит. Я как раз заготовлю текст. А, да? Да. Вот, ну, срочно. Дом. Сколько я делаю? 216. Нет, ты не ездишь. Серёга, просто давай гони уже. Так, что ж еще можно сказать? В принципе, следующую серию разгарпочку какую-то, я не знаю, потому что уже и дом будет, и машина будет. Так, все, вводим с паркуем, все, на выход. Так, за 800, отлично, забегаем в редакцию, мы пишем, что проверили нас. Так. Вот, вот этот бойчат. Так, вот этот чувак, я сейчас знаю, проверяю, потому что я видел, как он проверял. Так. Так, все, ребята, видео мы отправили. Купил дом. 17 000. Так, посмотрим, что тут все отправит. Да, поехали. Так, вот я не нашел. Блин, телефон здесь действует. Так, ребят, я еще одного чувака нашел. Вот я его написал. Он мне цена нашла. Сейчас посмотрим. Так, брат Ватсон, я с чуваком договорился. Сейчас будет видео, сейчас мы встретимся за Машана. Так, ребят, я уже подъехал к дому 18. Так. Я пока разберусь. Все, Бодя, вези. Так. Друг, все, будем. Все, поехали. Так, все, ребят, едем к Анчану. Так, вот это уже по линии продолжим. Так, все, друзья, мы подъезжаем. Так, сейчас Бодя заедет. Так, вот и поворотничек. Так, все, ребят, я выхожу. О, вот. Это он? Да, все. Это он? Давай, все, ребят, сейчас мы принимаем. Так. Ок. Все, ребят, сейчас мы с ним поверим. А, вы понимаете, что это? Да, тут. Так, сейчас спрашиваем. Ок. Все, ребят. Да, мы на другой стороне. Это грудь здесь, пойдем. Да, Так. Так, вот, ребят, когда тебе это его друг зайдет, мы продолжим. Так, все, ребят, вот для чего. Все, сейчас мы будем брать. Так, все тихо. Так, почему так долго не согласен? Так, я пришел не сюда. Сейчас я так. Все, ребятки, Вы купили дом, подробный холд, оплатили предыдущие. Так, оплатили в следующем банке.
Ок. Так, все, ребят, мы купили. Холодно. Так, если не закрыть. Так, да, ух ты. Оплачивай. Какой-то лук. Закрыть. Так, ну все, ребят, вот мой дом. Да, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, ребят, до скорых встреч. Пока-пока.